Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо вот, в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран, имея в виду, что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Вот. Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о вот как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много перечислять не буду, и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией, как известно, в Соединенных Штатах ситуация непростая, они далеки еще от решения этих вопросов. У нас движение более уверенное вперед. Нам есть о чем поговорить, чем поделиться. Но повторю еще раз, при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире. В любое время, как бы, вот я бы не отклонился.